мы рады предложить вам суперсовременную, полностью автоматизированную финансовую систему Cloud Money. Здравствуйте, я Мамчук Константин. Сегодня 25 апреля стартует касса взаимопомощи Cloud Money. Сейчас мы посмотрим презентацию, как что происходит для простых участников. Итак, как же будет проходить сама система перераспределения вкладов и так далее в системе Cloud Money? Итак, я сейчас покажу для простых участников, потому что возникает много вопросов, как и что будет происходить. Итак, мы вот имеем, допустим, облако, да, которое много афишируется в этом проекте. Подпишем его облако. Это же можно сказать, как и буферный счет, счет хранения, и доверенный счет и так далее. Для чего он существует? Это счет, который будет для перераспределения средств между всеми участниками, который оформлен на Бородина и также доверенного лица Соколова, который мы все знаем, и это есть большой плюс, который открывает, что это счет на них. Итак. Итак, смотрим. Допустим, это вы. Это ваш спонсор. Вы готовы внести в систему $100 через платежную систему Perfect Money. Вы их автоматически перечисляете через свой кабинет в облако. Облако в тот же момент автоматически перечисляет ежедневно каждому человеку по 1% от его остатка на счету. Итак, возникает множество вопросов с тем, что если будет все переводиться на один же тот же счет, баланс его будет умножаться и умножаться, тем более старт проекта был запланирован за 2 недели до его старта. И также множество вопросов за то, что нас не кинуть и так далее. Можно сказать то, что сам проект, организаторы открыто объявили, кто они и как они будут работать. И вот, доверие одно есть. Без доверия никакой работы не будет. Дальше. Что организаторы планируют? На каждый счет при плюсовой динамике будет переводиться та сумма, которая была у них переведена для старта проекта или для вклада и так далее. Ну, то есть это понятно со всеми проектами, типа касс взаимопомощи и так далее. Это МММ, СФН, можно сказать и Империя Тур, можно сказать и Всадник Апокалипсиса, проект Новая Эра и так далее. То есть касса взаимопомощи, перераспределение средств между участниками. То есть, что это происходит и как? Если наши Вася положил $100 перед этим и перечислил их в облако после того, когда было перераспределение, облако ему перечисляет при положительной динамике ту же сумму в $100, но не больше того, чтобы не было никаких там злоупотреблений и никаких перевкладов и так далее. После этого Вася становится доверенным счетом, и он подключается к автоматической системе APIC через Perfect Money, которая происходит автоматические выплаты на все счета участников в размере 1% от суммы ихнего остатка на балансе. То есть у вас получается какая ситуация? Ежедневно ваш баланс со счета, какого у вас есть при сумме, какой бы вы ни сделали, у вас растет в 2,7 раза.
там с кусочками, но это не имеет значения. Да, 2,7 раза растет ежедневно, но вы получаете 1% ежедневно. То есть гарантия в том, что ежедневно вы получаете какой-то процент, и у вас уменьшается риск. Также в этой всей системе происходит, так сказать, ограниченный вывод средств, который сокращает отток и умножает время действия самой системы максимально много. Итак, после этого распределение средств идет между участниками со всех сторон. При ее увеличении перераспределение может как и умножаться максимально, так и перераспределяться. Это все делается автоматически. Итак, продолжаем дальше. Сегодня состоялся долгожданный проект кассы взаимопомощи Cloud Money от Соколова и его команды. Что мы увидели сегодня в 6 часов по Москве? На предрегистрации было 3000 участников, которые все вошли в проект, и никаких особо проблем не было. С завтрашнего дня начинается выплата ежедневного от остатка суммы по 1%. То есть, как бы проект состоялся, он ожидается долгосрочный, и все смогут реально работать. Есть идея, только остается вдохнуть в него свою жизнь, и он может стать как бы массовым для всех участников, которые были раньше в МММ, СВМ и так дальше. Какие есть претензии? Претензии особо состоялись в чем? Со всех руководителей разных проектов. Это немножко не понравился сайт всем участникам. Есть немножко, что не понравилось, именно реферальная система, которую хотели 20% для первого уровня, 5% для второго, 3 и 1, 0,5 хотя бы. Вот. Дальше в основном все нормально, просто нужно продвигать вот это. Также сегодня было много разных проблем с покупкой Perfect Money. Есть совет такой от нашей всей команды, чтобы сделать на сайте Global Money именно официальных представителей для покупки Perfect Money на территории Украины, России, Казахстана, Азербайджана, в основном, где есть максимальное количество участников. Также вывод на счета банковские в этих странах. Вот, то есть в ближайших месяц-два, думаю, никаких там проблем не составит вот это все. Главное, чтобы поддерживать все и максимально реагировать на все обстоятельства, которые будут. Итак, всей командой с нашей тысячи мамчин Константина, которая перед этим участвовала, Украина, мы там же остаемся и переходим частью людей в Cloud Money для того, чтобы иметь стабильность, потому что там есть свои плюсы по стабилизации оттока денег.